Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Lexus RX. Ремонт переда. Итак, разбираю. Теперь я удаляю поврежденный металл и немного вытягиваю лонжероны. Итак, передок разобран, отдаю машину для снятия двигателя. Двигатель снят, машина установлена на стапель. Также у меня есть детали на замену. Я начинаю ремонт. И сначала я удалю оставшиеся куски телевизора. Вот теперь я могу и лонжерончики потянуть. Начну с правого. Правый лонжерон я закончил, начинаю тянуть левый. Теперь делаю необходимые мне измерения.
Размерчики одинаковые. Теперь буду менять лонжероны. Менять буду только поврежденные части, вот до этого шва. Внутренние усилители лонжеронов оставлю родные. Ну что, погнали! Поврежденный металл удален, и теперь надо подровнять небольшие повреждения еще на лонжеронах. Примеряю новенькие лонжероны. Правый лонжерон стоит немного ниже, либо левый выше. Но у меня есть оригинальные размеры. Ссылка на почту в описании. Ставлю балку бампера и выравниваю лонжероны. Лонжероны стали прекрасно, все в размере, могу сваривать. Итак, лонжероны приварены, теперь буду приваривать телевизор. Телевизор выравниваю по центру и по диагоналям. Центр в норме. Диагонали тоже в размер. Привариваю телевизор.
Лонжероны и телевизор приварены, крашу их. Итак, внутрянка покрашена, теперь устанавливаю все детальки переда. Я имею капот, новый оригинал, и родные крылья с небольшими повреждениями. Выравниваю их и устанавливаю. Вся морда собрана, и на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Через 8 дней машина вернулась покрашенной и с установленным двигателем. Собираю ее. Вот и все. На этом ремонт закончен. На этот ремонт ушло 20 дней. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока! Смотрите на следующей неделе.